Господа, доброе утро. Еду на Муз-ТВ. Марафон. Да, скоро. Можете наблюдать. Думаю, в сети и на канале. Дим, ты что делаешь? Алоэ, дышу алоэ. Фальцет нужен. С утра как бы только Николай Басков звучит. И ночью, и утром, а я вот как бы нет. Давай, дыши. Мыши, иди. Дыши. Мы начинаем. Тут мне подсказывают, что скажи, что мы начинаем, а мы начинаем. Что? Что? Да, да, ага, секунды. Мы будем просто очень активными, отзывчивыми, да. Это из моды не выходит никогда. Да, да, можно чуть музыки? Рук достаточно, вы что, такие скромные, вы стесняетесь? Зачем? Давай с нами! Кстати, почему-то не выделил слово, друзья. Держи. Класс, крутые. Вау! Держи, держи. Мою держи. Что хочешь, скажи. Получи, получи. Вам все с той же самой просьбой. Раскрепощаемся. Как день начнем, так мы его и проведем. Держи, держи. Руку мою держи. Что хочешь, скажи. Получишь, держи. Держи, держи. Руку мою держи. Представьтесь, пожалуйста. Алексей Белоненко. Заслуженный или народный уже? Я заслуженный. Между прочим. И просьба не шутить на эту тему. Включайте прямо сейчас. Руку мою держи, что хочешь.
остается уже на безумительно. Да, все. Скажи, пожалуйста, вот это. Нет. Спит, спит. Нет, нет, нет. Состояние Билан просто. Да, да, да. Светит, раздавит. Ну. Может быть, именно за то, что я оголял свой торт. Конечно, не с телефоном. Я тоже. Допрашиваю. Нет. Спит, спит. Нет, нет, нет. Состояние Билан просто. Да, да, да. Светит, раздавит. Ну. Алгоритм того, как собирается кубик Рубик, надо его разобрать. Вот я разобрал и почти собрал. Почти не считается, конечно. Так, ну значит, этот-то я собрал физически, то есть разобрал и собрал. А сейчас надо его запутать. Но пока я буду запутывать, надо понять алгоритм вообще того, как это все происходит. Ничего не обещаю, если я пропал. Вот думаю, может, кино сгонять или... В 10 часов вечера на соседний рынок смотаться. За говядиной. А?